Я работаю в иностранной компании BioBios в Беларуси. Зарплата 830 рублей. Плюс у меня есть дополнительный заработок в виде ИП, где зарабатываю дополнительно до 20 тысяч рублей. Сегодня утром был задержан сотрудниками милиции за распространение в Телеграме экстремистских материалов. Я признаю свою ошибку и удалю все с телефона, со своих лент, и больше так повторять не буду.